Всем привет! Сериал «В плену прошлого». Краткое содержание последних финальных серий. После того, как Аврора отключила Ваню от кислорода, он выжил и даже вышел из комы. А Вася сам отыскал Ларису, он ее связал и передал полиции. Лида сделала аборт, и выходя из кабинета, она не увидела Катю, поэтому подумала, что та ее бросила. Столь тяжелый для нее момент. Однако Катю похитила Аврора. Она решила действовать сама, без Ларисы. Первым делом она позвонила Васе и сказала, что он должен сознаться в убийстве Сони и в покушении на семью Аллы. Потом она позвонила Алле и потребовала от нее денег взамен на Катю. Вася пытался все это скрыть от Веры, но ей все-таки удалось его разговорить и выведать правду. Алла тоже позвонила Вере и призналась, что едет навстречу к Авроре. К ним туда едет Лида, Федор, Вася и Вера. В этой суматохе Аврора выстрелила в Аллу, но все обошлось и она выжила. После этих событий все начало налаживаться. Ларису посадили в тюрьму, Ваня остался вместе с Дианой, а Лида с Гошей усыновили ребенка. Вера осталась с Васей, у них тоже родился ребенок, а Федор вместе с Катей. Как вам такой счастливый конец? Многие зрители спрашивают, будет ли второй сезон. Могу сразу сказать, что второго сезона не будет, так как сюжетная линия полностью себя исчерпала.